Папа-зал – это достойная замена тусовкам в песочнице или домашним играм перед телевизором. В первую очередь, это место для развития ребенка и возможность отдыха мам. Ведь главный, кто находится с малышом благодаря данной инициативе – папа. Конечно, красной нитью проходит цель – мужчина должен больше участвовать в жизни семьи и в жизни ребенка. По большей части дома, либо в парке где-то так играем, потому что постоянно такая работа, что… Не всегда получается много времени быть с ним. Молодежная организация «Белорусский республиканский союз молодежи» пригласили меня поучаствовать в этом. Я надеюсь, что в этом мы найдем много положительного. Во-первых, это положительные эмоции как для меня, так и для ребенка. Ну и надеемся, что в дальнейшем это все будет происходить более масштабно. И, конечно же, это куча позитива, куча положительных эмоций. И я думаю, мы останемся довольны. И ожидания оправдались. Дети больше времени провели со своими отцами, познакомились и подружились с другими ребятами, развились физически и умственно. Папы же нашли единомышленников, а мамы получили возможность отдохнуть и соскучиться. Вкупе это благоприятно влияет на семейную атмосферу. Если мамочки знают, что такой проект существует, я думаю, они с большим удовольствием будут отправлять отцов и детей, то есть своих мужей, отправлять на такой вид проект, потому что это будет укреплять семью, а семейная политика, она важна, особенно молодежная политика в семье, очень важна для нас, и мы хотим именно с работающей молодежью наладить взаимодействие и именно такими проектами. Проект абсолютно бесплатный. В Бресте серия тематических встреч будет реализовываться еженедельно до конца года на самых разных площадках города, на базе силовых структур, спортивных и учебных заведений. Польза проекта «Папа-зал» неоспорима, ведь, согласитесь, ни одна мама не обидится, если слово «папа» ребенок будет произносить чаще.